Вот заболела у меня десна, зуб. И чтобы не бегать в выходные, не бегать к стоматологу, пока посмотрю, вот здесь вот мой препарат, я его уколю себе в зуб, сюда, вот так. По всей длине я набрала здесь полкубика препарата и кубик новокаина. И он и будет обезболивать и лечить. Вот так 3-4 укола сделаю, потому что запись только во вторник доктору. Вот посмотрим, может зуб сам пройдет от уколов. Это мои уколы. Здесь у меня артемисия. Ну, я колю артемисию, сатор, бетулин, чагу в зависимости от проблемы. Вот сейчас решила уколоть артемисию. Очки. Здесь вот такая тоненькая иголочка, она очень-очень тонкая, смотрите, какая прям 40G, а 30G, 40 миллиметров. И вот я мне хочется уколоть изнутри. Очень туго идет лекарство, потому что иголка очень тонкая. Сейчас доколю с другой стороны. Вот я сейчас уколола. У меня здесь такое онемение. Ну, как обезболивание новокаин. Такой боли нет. Ну, как заморозка пока. Посмотрим, что будет.